Сегодня губернатор Вячеслав Гладков подписал соглашение о сохранении уровня доходов мобилизованных сотрудников с 11 предприятиями сферы ЖКХ. Организации обязуются оставить за работниками их места, приостановив действие трудовых договоров, а также обеспечивать материальную поддержку в размере средней заработной платы. Я хотел вам сказать слова благодарности за ваше решение. И я надеюсь, говорю на каждой встрече, что все работодатели Белгородской области примут, увидев ваш пример, последуют ему. Наша, мне кажется, святая обязанность, я искренне об этом говорю, помочь, конечно, всем семьям. На сегодняшний день мы выплатили более 320 миллионов рублей в рамках единоразовой выплаты. По 100 тысяч мы выплачиваем сейчас по 3 тысячи. На питание детям в детских садах и школах, поэтому сейчас рассматриваем другие возможности оказания помощи. Напомним, ранее глава региона подписал аналогичные документы с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями области.